Итак, второй сюжет называется «Дерево Штерна Брако». А у нас в гостях снова Никита Шульга, аспирант Мехмата. Да, привет. Привет. Маткуль, привет всем. Итак, продолжаем. Да. Что такое «Дерево Штерна Брако»? Давайте теперь начнем с двух самых простых дробей. Ноль первых и одна первая. А одну нулевую не берем, да? Было бы как-то естественно, наверное, взять, да, ее? Есть такое обобщение с одной нулевой, но мы хотим сейчас только рациональные числа с отрезка 0,1 использовать. А, хорошо. Да, потому что если мы возьмем 0 первых, ну, во-первых, конечно, это так плохо, но это такая формальная запись. Да, да, ага. Но тогда мы будем просто получать все рациональные числа положительные, а мы хотим пока только с отрезка 0,1. А, понял, понял, да, понял, понял. И что мы будем дальше делать? Мы будем складывать дроби, как мы говорит научный руководитель, как плохие школьники. Да. А на b плюс c на d равно а плюс c на b плюс d. Правильно? Да. Угадал? Да. И кажется, мы сейчас получим опять же это самое. Ну, в общем, это по-моему, что-то похожее на эти самые там подходящие дроби, вот как они. Да. Эта связаны. Операция называется взятие медианты. И для двух вот этих начальных цветных дробей мы будем брать их медианту. Медианта. Ну давайте формально напишем стрелочку от единицы, так принято. Тут, собственно, напишем медианту. 0 плюс 1 делить на 1 плюс 1. Да, это 1 вторая. Да, конечно. Продолжим. Тут будет медианта двух соседних дробей. Этой с этой. То да, есть 0 первых плюс 1 вторая. 1 треть. Тут будет это с этим. Медианта 2 трети. Да. Ну давайте еще один уровень проделаем. Опять 0 первых с 1 третьей. Да, 1 четверть. Ну тут все будут такие. Да, 2 пятых, 3 пятых. Это сейчас ты с чем? А, да, я вижу, да. Вижу, да. Это как получить 2 пятых? Это 1 да. третья с 1 второй. Ну да. Да, тут, соответственно, 1 вторая с 2 третями, а тут 2 трети с 1 первой. Ну да. И так далее. Здесь я уже доказывать не буду, но это дерево, во-первых, содержит все рациональные числа с отрезка 0,1. Оно... Верю уже. Все, естественно, несократимые и все по одному разу. Так, значит, сумма двух несократимых дробей. Так, вот здесь некоторый момент. Там, скажем, 3 седьмых плюс 7 одиннадцатых явно сократимо. Да, но в чем но суть? Что они не будут стоять рядом в этом дереве. Они никогда не будут участвовать в этой операции взятия медианты. А участвовать во взятии медианты будут только те дроби, у которых некоторый определитель равен единице. Вот это вот начинается, да, вот это, это AD минус BC, да? Да. То есть, которые, если их изобразить как вектора, порождают параллелограмм по площади равной единице. Да. Ну, давайте это, думаю, не будем писать. Можно поверить, в общем, что тут есть все рациональные числа ровно один раз. Я готов поверить. Я даже думаю, что я за 5 минут могу доказать это, если вот... Если Николай Герменович бы меня экзаменовал, я думаю, что я бы ему это доказал, да, за несколько минут. Хорошо, поверим. А вы докажите все. Вы докажите. Ставьте на паузу и доказывайте, что здесь будут все рациональные числа по одному разу. Да. И непременно всегда в несократимом виде. Так, но и давайте... Опять, мы опять, кстати, доказали, что их счет, наверное... Да, тут опять их можно вот так по строчкам просто все переписать. Да, пересчитать. На этот раз между нулем и единицей, но тем не менее, да. Так. Но давайте мы про это дерево пока на секундочку забудем. Напишем рядом 0 первых, 1 первая. Ну, что еще можешь сделать? Самая очевидная операция — среднеарифметическая. То есть складываем два конца пока дерева это пополам. То же самое, но дальше будет, конечно, 1 вторая. Да. Дальше складываем эти два числа одна дерева пополам. Да, там будут возникать одна четвертая, да, 3 четвертых. Тут будет 1 восьмая. 3 восьмых. Будет аккуратно, все степени двойки, да. С нечетными. Ну, в общем, несократимые степени двойки. То есть и нечетные. Так далее. Да, да. Ну, в общем, эти два дерева как-то самые, мне кажется... Вот это Штерна, а это Брако, да? Нет. Дерево Штерна Брако, оно вот это вот одно. Да, это а это дерево двоичных рациональных чисел какое-то. Ну да, конечно, очевидно, да. Несократимых двоичных рациональных. Да, ну... Теперь знаете, что мы сделаем? Не знаю пока. Отображение отсюда сюда. Возьмем вот это дерево и наложим его на вот это. Ну, что мы тут будем видеть? Давайте, смотрите, до любого рационального числа можно по ребрам дойти из единицы. Единственным образом? Да. Ну, давайте, допустим, вот 1 вторая. Как ну, до да. нее дойти из единицы? Один раз повернуть налево ну, конечно. Единицы. И как
работает вот это отображение. Мы в правом дереве рассматриваем точно такой же маршрут. Ну да, все понятно. Наложили, да, значит наложили. Одна вторая в одну вторую. Две трети в три четвертых. Там, три четвертых, семь восьмых. Так, это будет f из всех рациональных чисел на отрезке 0,1. Пересечение с 0,1. В двоично рациональные. Ну, я не знаю, кого обозначить. Ну, в общем, да, оно как-то там, это какое-то кольцо частных относительно мультипликативной системы 1, 2, 4 и так далее, да. Правильно, да? Ну, смотрите, эту функцию такое, же да. Можно дополнить до непрерывной, единственным образом. Она определена на всех рациональных числах, тут сохраняется порядок. Что? Из всюду плотного множества во всюду плотное. Смотрите, тут же у нас они расположены по порядку, и рациональные числа всюду плотны. Да. У нас, если вот есть два числа, то их медианта, вот это вот, всегда лежит между ними. Да. Ой. Так, вот сейчас начинается крутизна. Подожди, да я осознаю. Так, значит, здесь как бы середина пока стала серединой, здесь середина немножко сдвинулась. Потому что здесь не эта операция, здесь середина немножко сдвинулась, здесь они чуть-чуть подвигались. То есть произошел некоторый такой как бы аккуратный такой вот Ага, и в результате это непрерывное отображение, да? Непрерывное, блин. И вот это вот непрерывное отображение называется функция Минковского. Тоже Минковского? Сколько же он всего выдумал, зараза, а? Функция Минковского. Я вообще обожаю Минковского. Это Герман Минковский, тот самый, да? Блин, я его обожаю. У него такие эти самые всякие и сложения по Минковскому, да, там, и вот эти всякие теоремы о выпуклом теле. Да. В общем, это да, это, наверное, величайший геометр вообще, а да? А теперь, как говорится, задержите дыхание, обозначается она вопрос от x. Что, серьезно? Прямо в книге, да, так написано? Это его статья 1904 года, и он так ввел обозначение вопрос от x. Вот, ну мы ее определили совсем понятно на рациональных числах, на всех, в том числе и рациональных, она определяется по непрерывности. Ну, что про эту функцию известно? То есть она сохраняет порядок на рациональных числах, является... Функция, сохраняющая порядок на рациональных числах, безусловно, должна быть... Свойство вопроса от x. То же самое, да, для них. Ну, да, давайте, она непрерывна. Блин, то есть она отрез 0,1 переводит в себя, да. Его немножко, ну вот, внутри насилая, да, там чуть-чуть, вот туда растягивает, туда сужает. Да, она непрерывна и строго монотонна. Строго монотонна, конечно, да, конечно, очевидно. Тоже очевидно, в общем, ну подумайте, почему это очевидно, мне это очевидно, да. Хорошо, да, согласен. Теорема Лебега. Все более плотную сетку, да? Все более плотную сетку накладываешь на другую, все более плотную сетку. Просто не... Теорема Лебега. Теорема Лебега о производной монотонной функции. Кто ее знает? Алексей? Сейчас, я, честно говоря... Ну, забыл, но она везде существует, кроме там счетного... Да, у любой монотонной функции, даже не обязательно непрерывной, да? Существует производная, конечная, почти всюду. Да, да, это я помню, да. Вот, она у нас монотонная, значит, у вопрос от x существует производная вопрос штрих от x почти всюду. Вопрос штрих от x. Ну да, это я все еще вполне помню и вполне готов даже... Да, ну кроме некоторого там узкого множества, как говорится, меры 0. А действительно где-то она разрывная или нет? Нет, она же непрерывная. Не, ой, извини, где-то производная где-то разрывная, действительно или нет на самом деле? Разрывно, разрывно. Бывает, сейчас, да? Сейчас мы к этому придем. Третье свойство. У меня такое ощущение, что она как так, не очень сильно-то, в общем, меняет так, в пределах два раза там, нет, да? Ну, вот сейчас третье свойство. Нифига, уже интуиция не работает, да? Вопрос от x. Так. Если существует вопрос от x, то он равен или нулю. Чего? Или плюс бесконечности. Все. Что? То есть это кантеровая лестница, по сути? По сути, только другая. В отличие от кантеровой лестницы, она тут строго монотонна. Да. Ой. Ну да, кантеровая лестница, но она, я сейчас не буду рассказывать, что это такое. Посмотрите, в интернете это очень просто. И она, да, она монотонная, она везде производная бесконечная или ноль, но она почти везде нуля. Производная почти везде равна нулю. А здесь наоборот, да, здесь она... А, нет, то же самое. Да, почти всюду. Да, так по теореме Лебега существует конечная производная почти всюду. Значит, если у нас вот это выполнено, то почти всюду ноль. Не, ну там так то же самое. Ну, у кантеровой лестницы то же самое, но совершенно по-другому. То есть там нет вот этих толстых промежутков. Здесь ни одного промежутка
Видимо, нету, где она равна нулю, вот ни одного связанного. Нет, то есть нет. Нигде не плотно, да? Множество. В любой окрестности есть число и с нулевой производной, и с бесконечной, и с тем, где она не существует. Вот, вот, вот. А, да. Сейчас. А, подожди, бесконечно это ты считаешь существует? Да. Ну тут в обобщенном таком смысле, что как бы касательное и вертикальное. Все-таки считается. А, да. А где-то вообще не существует? Где-то не существует. Ой-ой-ой-ой-ой, как круто. Блин. Вы видели такую функцию, а? Я такой функции еще не видел. Более жесть. Того, для любых. Ее забросили, да, после Минковского до 21 века? Ну нет, ее все это время, да, весь 20 век так. Изучали. Для любого рационального числа производная в рациональной точке равна нулю. Ну это нетривиально, это надо, конечно, доказывать. Вот. Но, тем не менее, это так. Что? Давайте попробуем схематически нарисовать график. Я не могу. Я сдаюсь. Так, ну пусть у нас единичка. Единичка. Тут у нас будет вопрос от x, а тут x. Блин, с какого же лешего? Вот, например, в одной и второй она будет равна нулю производная, да? Да, ну как давайте. Так? Какие точки мы сразу можем отметить на графике? Ну, в смысле, ну, одну треть, две трети, там, те, ну, например, она есть, в нуле — ноль. Да, да, в единице — в нуле — ноль, да. В единице — единица. В одной — второй, все еще одна — вторая. Да, в одной — второй, одна — вторая. Да, а вот дальше, однако, в одну треть, одна — одна четверть. А дальше рассмотрим вот это вот свойство. Что значит, что производная в нуле равна нулю? И производная в одной — второй тоже равна нулю. Ну, как бы вот как-то так, вот, ну, как-то так, да. Ну да, сейчас давайте. Ну да, ну что-то такое, да. Вот так она идет. Ну да, да. Здесь вот так. Теперь смотрите, что мы сделаем. Надеюсь, я тут правильно нарисовал. Проведем прямую y равно x. Да. Да. Так, теперь смотрите. У нас функция вопрос от x непрерывная, строго монотонная. Так как у нее производная в нуле 0, то она идет под прямой ну, да, y да, да. равно x. Где-то она здесь пересечет, естественно. Да. Да, и здесь еще раз. Минимум один раз. Да, потому что она здесь какая-то кривая, она может вот тут как-то так гулять. Ну да, на самом деле она минимум два раза пересечет. То есть здесь и здесь. Да. Минимум, да. И это открытая задача. Что? В смысле, неизвестно, где пересечет? Неизвестно. Неизвестно, сколько раз. Гипотеза, что ровно 5 раз. Что? Что? Рациональные простые точки и 2. А, то есть в смысле, вот, что ровно 2. Вот, да. Ну, гипотеза, что на каждом из этих отрезков ровно один раз. То есть в какой-то точке, естественно, иррациональный, потому что, ну, довольно просто, скорее всего, говорить, что в рациональной нет нигде равенств. В какой-то иррациональной точке этот вопрос от y равен y и в соответствующей с той стороны. Я думаю, что тут все симметрично, да? Да, у нее есть свойство симметрии. Вопрос от 1 минус x равняется 1 минус вопрос от x. Да, да, то есть тут понятно, что... Как здесь, так и здесь. Да, значит, где, на самом деле можно рассматривать на отрезке от 0 до 1 2. Да, вот где-то ровно в одной точке. Гипотеза в том, что ровно в одной точке эта функция переводит число в себя. Да. Вот, то есть вот эта вот сетка новая, и ему пофиг этому числу. Это называется гипотеза о неподвижных точках функции Минковского. Вот, она пока открытая. Я над ней долго жесть, работал, ничего просто не получилось. ты долго думал, да, ну ничего, над да? ней мой научный руководитель думал, и там много кто, очевиден, на самом деле. Очевиден, да, тоже да. думал? Блин. Ну вот то, что Алексей Владимирович сказал, что в рациональных точках действительно других нет неподвижных точек, кроме нуля, единицы, одной, второй. Ну это достаточно понятно. Я могу устно примерно сказать идею. Давайте просто рассмотрим знаменатели чисел в этом дереве и знаменатели их соответствующих в этом. И они просто сильно увеличиваются. Да, 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 ну да. Понятно, да. Значит, довольно как... ясно, довольно да, ясно. Не в себя будет. Здесь удваивается все время, да. Просто а и здесь все. Складывается а здесь меньше складывается числа, меньше, да. Это все очевидно. А, но действительно, да, это как-то вот это совершенно неожиданно. Так, то сейчас начнутся письма, наверное, ферматистов, которые будут считать, что они доказали. Значит, у нас даже самые сложные проблемы кто-то вот прям помещает иногда в комментариях. Ну ты посмотришь комментарии, да? На самом деле, я не уверен, что это сложно доказывается. Возможно, просто никто пока не видит идею, что, возможно, это как-то там в пару строчек можно доказать. Блин. Думаю, нам понадобится место. Я некоторые еще фактов про эту функцию сформулирую. Так, давайте я начну. Блин, стирать. я в шоке. То есть вот это отображение вот такого вот полотна, да, вот такого гармошка. Гармошка где-то разжимается, где-то сужается, где-то здесь должна быть равна себе тоже. И неизвестно, один ли раз. Да. И вообще как, но компьютерная симуляция, естественно, дает, что один. Да, компьютерная говорит, что один. Я посчитал... А почему не сделать компьютерную симуляцию? Она же как бы, наверное, очень четко нарисует, что вот это именно так, да?
Или на самом деле все сложнее? Ну смотрите, в силу вот этого свойства третьего, что производная либо ноль, либо бесконечность. Она же как-то коряво идет. Она то у нее горизонтальная касательная, то вертикальная. То горизонтальная, то вертикальная. Она, понятно, при масштабировании... Ну да, но, наверное, если бы она сильно ушла вот сюда, а потом сильно ушла сюда, тут какие-то оценки начались бы уже, да? Вот вся проблема, естественно, тут. Да, да, что не будет ли здесь... Просто если отмасштабировать, вдруг там как-то она вот несколько раз будет искать. Да, я понимаю, да, да, я понимаю. А примерно чему равна эта Y? Кажется, 0,42. Такая-то. Это никак не связано с E, P, там всякие... Нет, нет, я проверял, есть специальный сайт, который по десятичной записи математической константы проверяет похожие, но ничего не нашлось. Нет, да, то есть это константа Минковского. Да. Такая. Так, ну давайте теперь перейдем к явной формуле этой функции Минковского. Пусть у нас есть некоторое число X, записываемое цепной дробью с нулем в начале. То есть оно меньше от, единицы. Да, оно от нуля до единицы. Да. Неважно, конечное или бесконечное. Угу. Тогда вот это вопрос-функция определяется на цепных дробях. Ну да, то есть вопрос-функция от x. Да. Вопрос-функция от x. Да, давайте я на всякий случай запишу, что это вопрос-функция от x. То есть это вопрос-функция от такой цепной дроби. И она равна следующей сумме. Угу. По k от единицы до бесконечности минус единица в степени k плюс 1. А тут 2 в степени сумма неполных частных от первого до катого минус единичка. Интересно. Ой, как интересно. Вот. Ну, если у нас цепная дробь конечная, то тут и сумма просто заменим на конечную. Ну да. Вот. Такая минус явная формула. К плюс 1. А, так, 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 так. То есть... Я пытаюсь осознать это происходящее, да? А единица и минус единицы складывались, и степень двойки неумолимо и безудержно росла. Вот, начиная с А1 минус 1 и прибавляя каждый раз следующего. Так, ну, допустим, я понял формулу, но не понял, почему она верна. Не, ну, смотрите, ну, во-первых... Или как-то это должно быть очевидно, да, при долгом рассматривании? В принципе, да, если долго рассматривать, то это достаточно очевидно. По дереву Штерна-Брако можно установить цепную дробь, на самом деле. Цепная дробь — это количество поворотов влево, вправо вот этом дереве. Вот. А, ну да, медиан-то же... Ты сколько раз подряд идешь, это ровно А2. Да. Медиан, как раз взятие медианты — это приписывание единички в конец цепной дроби. То есть, когда мы в дереве Калкина-Уилфа смотрели, там мы сначала ее строили, с А нулевого. А дерево Штерна-Брако, оно строит с конца ее. Конец цепной дроби. Да, это как-то соответствует тому, что... Вот что... Сейчас, как же это было? Вот если отрезок цепной дроби... Давай я попробую. Вот, вот я помню следующее. Сейчас ты мне подскажешь, правильно ли я это помню. Что если вот это докатово будет равен там P... К на КУК, то есть если я после как бы сворачивания всего и вся, я получил такую дробь, то тогда вот дальше верно, что ПК плюс 1 на КУК плюс 1 равно ПК на АК плюс ПК минус 1 делить на КУК на АК плюс КУ. К ну, почти. 1. Тут индексы у ашек плюс единицы. А, плюс единицы. Следующий, конечно. Да, следующий, да. Следующий, следующий. То есть это такая как бы, на самом деле, ПК на КУК плюс АК плюс 1, такая как медианта с этим самым. На самом деле это просто медианта, взятая вот столько раз. АК плюс 1. Ну, как бы да, на самом деле, по сути, я просто столько раз... В одну сторону сходили. Взял, да, в одну сторону, в одну и ту же сторону шел. Да. Ровно столько раз. И поэтому тут ты каждый раз идешь... Как раз с разным знаком. Вот мы, допустим, идем один раз влево с плюсом. То есть, когда у нас к равно единице, тут у нас минус единица в первой степени с плюсом. А, вот они пошли сюда, да? Потом мы пошли направо. Да, повернули, идем вправо, влево и так далее. Ну, в общем, так скажем, опять-таки, да, довести до ума я могу это уже теперь. Да. Если кто-то не... Я просто изучал свое время, читал очень внимательно книгу Хинчина «Цепные дроби». Дочитал до 75-й страницы, потом, кажется, что-то меня сбило с пути, и я ее перестал читать. Но до 75-й я ее проработал очень хорошо, что советую всем вам, потому что без этого понимать, наверное, материал будет сложновато, он будет теряться. Ну, в общем, да, это можно поверить, наверное, да, на уровне, так сказать, вот знания цепной дроби обычного.
Видно. Теперь, ну, какие еще проблемы с функцией Минковской решает? Ну, например, как я говорил, у нее есть свойство, что производная либо ноль, либо бесконечность. Вот. Ну, это называется вообще сингулярная функция, когда у нее производная почти всюду ноль, и она непрерывная. Но, в общем, интересный вопрос, а когда, собственно, она ноль, а когда бесконечность? А, это вот третья составляющая разложения в теории функции, да, там абсолютно непрерывная часть, да, да. Разрывы первого рода. И вот есть, то, да, что вот такого типа. Ага. Вот. Ну, собственно, вопрос в том, когда у нас производная равна нулю, а когда бесконечность. Это совершенно не очевидно. Мы вот знаем пока только, что в рациональных точках она ноль. А в иррациональных, когда цветная дробь бесконечная, совершенно непонятно. Но эту задачу решил мой научный руководитель Николай Германович. Следующая теорема. Но неверно, да, что она там нули... А нет, она должна быть нуля почти всюду. Она ноль почти всюду, да. Давайте, пусть у нас x раскладывается вот опять в такую цепную дробь. 0, А1, А2. То есть было бы проще, если бы она в рационале была бесконечна, в рациональных 0. Потому что тогда бы было, да, понятно, почти всюду вот они, их больше. Но нет. Теперь. Так. Давайте рассмотрим предел некоторый. Давайте верхний предел при n, стремящемся к бесконечности, следующей дроби. А1 плюс так далее АН делить на N. Ну, то есть это средняя арифметическая первых N неполных частных. Вот. И если верхний предел среднего арифметического первых N неполных частных больше, чем некоторая константа каппа-1, сейчас, для... Тут у нас нижний. Если больше каппа-1, она численно равна 1.338. Вот так вот. Так, если нижний все-таки, да, да, предел, а помните, да, что такое нижний предел? А, это у нас, мы выделяем все подпоследовательности сходящиеся и смотрим, какая из них сходится как можно к меньшему числу. Он называется нижним пределом. Да, у этой, кстати, константы есть точное выражение, я могу его тут записать. Это логарифм золотого сечения. Ух ты. В цепных дробях всегда есть золотое сечение. Да, делить на логарифм двойки. Ну и тут еще давайте подставим вот так 2. Вот так. Прикольно. Сейчас, лог... Подожди, какой логарифм? А, ну это натуральный, как, натуральный, да. Просто в английской литературе лог... То есть вот так на самом деле. Да, да. Двоичный логарифм золотого сечения. Да, все. Ну и умноженный на 2. А, умноженный на 2. Угу. Тогда, ну, пока утверждение не сформулировано, есть какое-то только условие, что если так, то... Ой, я еще красивее напишу. Корень из 2, а тут золотое сечение. Так, и что же? То что же у нас будет выполнено? То у нас производная равна, вот как думаете, чему? Так, значит, у Или нас... Или давайте я могу сформулировать второе утверждение. Подожди, подожди, подожди. Хорошо. Сейчас, нет, дай я подумаю. И все тоже. Значит, итак, это означает, что на самом деле вот эти вот неполные, ну, эти самые, как они называются? Неполные частные, нет, как они называются? Вот цепной дроби, вот эти вот числа. Неполные частные. Неполные частные. Да. Вот эти неполные частные довольно быстро растут. Довольно быстро растут. То есть, как бы они... Это же их среднее значение, по сути. И оно, вот в конце я концов, вышло перепутал. За... А, давай. Вот так. А тут, давайте, чтобы... Наоборот все. Они растут наоборот, очень медленно. Очень медленно. Они очень медленно растут. То есть, получается, что в среднем они все близки к единице. Они там где-то вот в районе единицы. Их мало больше единицы. Да. Мало. Мало вылетает за единицу. Так, значит... Ну, таких чисел много или мало? У нас же производная почти всюду равна нулю. Вот. А, много или мало таких чисел? А, я думаю, что очень мало. Да, очень мало. То есть тут производная плюс бесконечность. Вот. И другое утверждение. Если... Ага, вот. Теперь да. Уже нижний предел будет. Ну да, мы сильно наложили. Ну что, в цепной дроби должны появляться время от времени какие-то большие числа. Хрен ли они все единицы? Да. Так. Ух как. Так. Если вот этот предел уже больше, чем некоторое число, давайте, каппа 2, примерное равное 4.401, кажется. Это какая-нибудь тоже логарифмина там чего-то, почему-то? Я для устрашения могу написать ее точный вид. Но сейчас, давайте, ну, ладно, собственно, не надо, утверждение то, в том, что... Ой, то.
То, да. То. То производное в такой точке равно нулю. Равно нулю. Да. То есть если слишком быстро, если их слишком высоки они, то есть это прямо вот вообще жесть, она близка к золотому сечению. Mm-hmm. А это какие-то огромные числа, не конечно, слишком огромные, мало, что да, в среднем они там 4-5. Ну да, ну конечно, таких мало, понятно, что цепных дробей таких очень мало, да, бывает. Да нет, почему? Смотрите, если почти для всех чисел неполные частные не ограничены. Вот. А если они не ограничены, то на самом деле, практически. Ну, не ограничены, здесь вот видишь, все-таки усреднение. Ну да, тем не менее, практически всегда это будет выполнено. Это как раз какая-то метрическая теорема для почти всех. Вот это будет нет, все-таки наоборот, да. То есть для почти всех они не только не ограничены, получается, но и в среднем большие. Да. О, вот это я не знал. Я думал, что в среднем они как двойка, единица, там 5-4. Так, теперь. О. Ну, жесть. Давайте. Ну, доказательство, конечно, страшное, да? Да, доказательство страшное. Но смотрите, у нас есть тут большой зазор. Что у нас происходит между вот этим числом и вот этим числом? Хрен знает что. И на самом деле Николай Германович... Да еще здесь высшее, а здесь нижнее. Да. Николай Германович доказал, во-первых, что вот эти две константы оптимальные. То есть, что если мы ее чуть-чуть сдвинем, то есть, если мы тут ее уменьшим, а если тут увеличим, то существуют контрпримеры, когда тут будет производная 0 или даже не существовать, а здесь, наоборот, будет бесконечность или не существовать. Ага. И, соответственно, во всем промежутке между вот этими двумя числами, то у нас тоже есть различные примеры. Где она 0, где бесконечность, где не существует. Больше, на самом деле, мы ничего не знаем. Не можем. Больше мы и не сможем узнать, потому что это оптимальные результаты. Да. Так, и давайте... Блин. Да. Вернемся... Да, никого уточняешь. Непонятно даже, как уточнить эту информацию, да? То есть очень сложно уточнить. Да. И как использовать при доказательстве, что других нулей, других неподвижных точек? Непонятно, нет. Совершенно. Но тем не менее, вернемся к неподвижным точкам. Я в работе с Дмитрием Гайфулиным два года назад доказал следующий результат. А к Александру Гайфулину имеет отношение? Нет, там много Гайфулиных, они все просто однофамильцы. Ну там даже не совсем однофамильцы, есть там с одной Л Гайфулина, есть с двумя Л. Ага. Вот, так. Давайте. Если для любых рациональных чисел p на q такие, что q больше некоторого q0, вообще можно его взять, например, там 15. 15. Да. Если выполнено вот такое неравенство, вопрос от p на q минус p на q больше, чем 1 делить на 2q в квадрате. Если так, для любой дроби с достаточно большим знаменателем, естественно, несократимой, да. Функция Минковского отличается от нее больше, чем 1 на 2q квадрат, то... Ну, это как бы либо верно, либо неверно, да? Это просто утверждение, которое, как бы... Нет, просто обратное ему, что существует бесконечно много контрпримеров. Да. То есть не обязательно оно для всех будет невыполнено, а просто для бесконечного большого числа чисел. Тут же отрицание вот этого утверждения, не то, что оно для всех будет в обратную сторону, а что существует бесконечно много контрпримеров. Почему бесконечно много? Мы же взяли все-таки какое-то конкретное. Нет, то есть мы написали, если для любой дроби с знаменателем больше 15 это верно, то отрицание будет, что просто существует одна дробь, для которой неверно, и все. Или ты хочешь потом запустить это в бесконечность? Да, тут я 15 взял, что его точно хватит. Но на самом деле вот это q0 можно брать сколько угодно большим. Что если просто начиная с какого-то момента. Да. То есть, если мы где-нибудь поймаем контрпример, мы можем взять вот это q0, подвинуть. Да, я понял. То есть, значит, как бы фактически речь о том, можно ли хоть когда-нибудь утверждать, что потом всегда будет так. Или будет время от времени появляться, что не так. Да. Так вот, если с какого-то момента всегда будет так, то... То? Гипотеза Риммана неверна. Нет? Пока не Риммана. Я потому что я охренел, знаешь... Сейчас, ну-ка. Неподвижных точках. Верно. Вот так. То есть существует в точности 5 неподвижных точек. То есть 0, 1, 2, 1 и 2 вот этих иррациональных, симметричные относительно 1, 2. Знаешь, что сказать гипотеза Риммана? Это, наверное, из вашего недавнего видео с Всероса, да? Да. Там то, что n представляется в виде AB плюс BC плюс AC, 19 таких n есть, которые не представляются, и они все меньше 500. А существование 20-го равносильно гипотезе Риммана и ее отрицанию. Как раз о гипотезе Риммана я хотел сейчас поговорить. Или обобщенной, я не знаю, обобщенной гипотезе Риммана, честно говоря, я не знаю, может, она не о том.
Я не помню, что такое обобщенная гипотеза Риммана. Ну, она почти это. Ну, сейчас я как раз хотел поговорить о гипотезе Риммана. Мы не сговаривались с Алексеем Владимировичем. Нет, абсолютно, да. Егор даст самое понять. Ну, в смысле, Егор подтвердит, если что. Давайте секунду вернемся к дереву Штерна-Брако. Я его тут аккуратно напишу. Одна треть, две трети. Да. Ну, смотрите, на самом деле, вот эти уровни можно как-то в множество переделать. То есть, давайте так вот лучше. F первое — это множество чисел на первом уровне. То есть это да, конечно. Нолик и единичка. Да. F второе — давайте это будет все уровни предыдущие плюс то, что добавилось. То да, понятно. Да, да. Это будет 0. Вставили между да, ними. Да, 1 вторая и единичка. Потом вставили 2 трети, 1 треть, да, и так далее. Ну и так далее. Теперь давайте сначала до гипотезы Риммана я сформулирую удивительное утверждение про функцию Минковского. Так. Давайте рассмотрим функцию распределения вот этих вот множеств. То есть следующую вещь. Предел. Количество элементов. Таких вот. Ну давайте как-нибудь. А из F n-того. Да. Такие что? А меньше равно x. Да, это у нас некоторое да. F от x. Ой. Тогда же f большое, наверное, да? Потому что как бы... Ну, по сути, ну, неважно, обозначим функция ее кумулятивная так. Функция, а f ну, обычно да. Плотность. Ну ладно, да. Так, ну да. Для согласованности, так сказать, обозначения. С сервером, да. То так. Есть сколько у нас есть... До x, сколько этих, да, делить на общую. Ну да, 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 понятно. Почему равен знаменатель? Это можно нетрудно понять. Сейчас, а у нас что происходит? Значит, у нас... Дерево, оно же раздваивает просто на каждом уровне следующем, в два раза больше, чем на предыдущем. То есть это просто сумма степеней двоек. То есть если мы на секунду забудем про первый уровень, первый, да. Это единица плюс два элемента, плюс четыре элемента, ну, плюс да, восемь. Да, еще да. Прибавляем сверху два этих. То есть на два самом деле... 2 n плюс 1. Да, вот это вот, 2n это 2b n плюс 1. Ну да. Вот, у нас есть какая-то функция распределения. Но есть, на самом да. деле... Это и есть вопрос от x. Да ты что? Да. А! Так очевидно, это же все равномерности дает. Ну да. Там нечетные числа, деленные на 2n, дают равномерность. Да. То есть это ровно то же самое, конечно, да. На самом деле не всем понятно, да? Из теории меры очевидно сразу. Потому что справа идет обычное равномерное дерево, приближающее все да. точки отрезка. Мера или бега. А здесь приходит мера какая-то жопная. Извиняюсь за выражение. Вот. Да, 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 я понял. Теперь, ага. Есть некоторая задача, тоже открытая. Это если мы рассмотрим некоторый интеграл от 0 до 1. Следующие вещи. Вопрос от x. Минус x в квадрате. Ну, это какая-то интегральная сумма. По dx, наверное, да, еще надо? Да. Обычно. Так, это... Я, кстати, сам не всегда пишу по dx. Так. Я пока предел не буду писать, я напишу остаток лучше. Так. Это у нас от k от 0 до 2 в степени n. Так, ну... Надо либо стереть, либо другим фломом. Ну давай сейчас, знаешь что, давай сотрем, потому давай, что это какой-то новый сюжет, да? Чуть-чуть, но еще, да. еще один с интегралом. Сейчас сотрем. Поинтегрируем отклонение, да? Да. То есть, ну, давайте речь идет о двух мерах. Перепишем то, что просто, мы стерли. Да? Давайте вот да. вернем, что такое множество fn. Или нет, давайте вот так вот. F1, это у нас 0 и единичка. Ну да. F2, это у нас... Ну и пошли медианты. Да, 0, 1, 2, единичка. Ну давайте... И так далее, да. Будем их обозначать. Вот это будет у нас F0, 1. Первый индекс, это у нас будет обозначать номер в этом множестве, а второй индекс, это номер самого множества. То есть это у нас будет F1, да, 1. Тут у нас будет F0, 2. 1, 2, это F... 1, 2. 1, 2. А это у нас f2, 2. И так далее. Теперь вернемся к интегралу от 0 до 1. Так. Вопрос от x минус x. Дисбаланс двух мер. Да. Средний дисбаланс двух мер. Нормальной, человеческой и минковской. На самом деле нетрудно доказать, что вот этот вот интеграл равен интегралу с обратной функцией от функции минковского. Вот мы сейчас доказывать не будем. В принципе, это верно. Вот.
Ну, она, ее можно просто как воспринимать. Она просто берет на себя двоичные рациональные числа и возвращает дерево в дерево Штернберг-Ко. То есть как наоборот. Мы одно на другое накладываем теперь. Вот, и давайте теперь посмотрим, что за интегральная сумма тут, собственно, скрывается. Это у нас от k от 0 до 2 в степени n. Далее тут у нас будет f kt nt минус, давайте, k на 2 в степени n в квадрате. Плюс некоторый остаточек. Это уже вне суммы. Да? То есть что такое интеграл? Это, собственно, вот эта интегральная сумма в пределе. Но если мы предел убираем, то у нас появляется какой-то остаток. Ну да. Сейчас. Ну, в принципе, да. Ну да, ты взял FK, ты вычел эту. Ну да, 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 да. Почему бы нет? Да. Да. Так. Ну, почему вообще вот это равно вот этому? Потому что как раз мы взяли. А, так. Давайте, тут я еще потерял... Ну, это в обратную сторону, да. Угу. Потерял 1 делить на 2 в степени n. Это, собственно, размер вот, ну, этого, это участка, на котором мы, да, поделили. Так. Так, ну давайте, что мы сделаем. Умножим вот это равенство на 2 в степени n. То есть 2 в степени n. Некоторый вот этот интеграл от 0 до 1, да, вопрос от x минус x в квадрате dx. Да. А с другой стороны, вот эта вот сумма. Сумма, да, отклонений катой варяда n-ты. Да. N-того множества. Минус k на 2 в вот, степени. Вот, вот просто этого самого, да. И плюс, ну давайте тут... Сейчас, только единственное, наверное, как-то нужно аккуратно, нужно по нечетным идти. Да? Мы же по нечетным ходим здесь только. Ну да, да, тут давайте... Ну просто от, ну, напиши от единицы до 2n-ты по нечетным. Ну или 2k, да, плюс 1 там написать можно. Да. Наверное, так. Хотя нет, почему? Ну, нет, там... у нас же, смотрите, мы в FKT берем все цепные дроби в том... А, сейчас, тогда у нас будут они... Сейчас. То есть я хочу понять, что мы здесь делаем. Вот здесь... Нет, все нормально, по всем. По всем. То есть там часть будет сократима, да, из предыдущих, да, рядов. Да, ну мы же как... Здесь тоже, извини, я зря. Да, мы их так кумулятивно берем. Да, я зря включая навел все кругу. Предыдущие. Да, все предыдущие. Здесь тоже, соответственно, некоторые будут сократимы. Да. Все, понятно, да. Теперь, ну, теперь это понятно, да. Вот этот происходит. Остаточек, да, он, очевидно, стремится к нулю при n, стремящемся к бесконечности. Это просто по определению интеграла. Интегрируем, да, конечно. А вот этот остаточек, rn с чертой, он как получился? Это тот остаток умножить на 2 в степени n. Да. Неизвестно, верно ли, что... Что? Что он стремится к нулю, при n стремящемся к бесконечности. Непонятно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Три функции Минковского. Да. Ну, вот это тоже открытая задача. Известно, что он меньше 4 по модулю. И все. То есть он прям вот это очень живо все, живенько. 1 на 2 в n, и там константа не больше 4. Теперь, внимание, возьмем FKT. Из FKT будем выкидывать все дроби со знаменателем больше, чем k. Выкинем все p на q с q строго больше, чем k. Ой-ой-ой. Получим какое-то множество, давайте вот так вот, f, да, с малой kt. Да? Ну, например, давайте... Получим... Да. 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 F1 совпадает с F волнистым первым, F2 тоже. Давайте я тут, может, напишу еще F3. F3 тоже будет совпадать. Давайте F4 сразу я перепрыгну. F4 уже не будет. Да, F4 уже не там будет. Там будет 2 плюс 3, 5. Да. Да. Тут там будут некоторые будет? Числители... Ой, знаменатели с пятеркой. Да. Так, тут будет 1 четверть, будет 1 треть. 1 вторая сразу. 2 пятых, да. 2 пятых, а, выкинули 2 этом... пятых, да. Давай тогда я тут с волной. Да, выкинули 2 пятых. Тут будет 2 трети. Это тоже еще выкинули, да? Да. Ну да. Ну, выкинули. Это что-то очень похожее, да? Ну, вроде бы. Ну, вот, но потом, вот, естественно, будет все меньше в них, да. Да. Но, тем не менее, объекты вроде простые. Давайте посмотрим на функцию распределения таких множеств. Количество А из F волнистого, пятого. Такие, что А не превосходит X. Так. То есть это у нас какая-то функция F от X. Опять. Давайте так. Опять.
f с волной от x. Делить на fk. Ну, на мощность fk. Да, именно fk такого круглого, да, да. Уже с выкинутыми. Так. Ну, сколько тут будет? Хотя бы давайте с знаменателем попробуем разобраться. Сколько у нас таких пробей? Ну, ощущение такое, что это медленно будет расти, потому что там эти растут быстро. Ну да, на самом деле я тут немного всех запутал. На самом деле такие множества строятся не выкидыванием каких-то дробей из Штерна-Брако, а как бы сначала. Мы просто рассматриваем все дроби, взаимно простые числители-знаменатели, со знаменателем не большим, чем, собственно, номер множества. Тогда понятно, сколько у нас чисел, то есть сколько у нас кандидатов на числитель для каждого знаменателя. А, у нас же все дроби выходят, да? Да. Как бы постепенно все дроби выходят. Да. То есть сколько у нас числителей для каждого знаменателя взаимно простых? А, сейчас, для каждого знаменателя фи от n. Да, фи от n. То есть, а знаменатели мы берем все меньшие или равные вот этого индекса. То есть у нас сумма функции Эйлера. Функции Эйлера. Ну и плюс единичка, потому что у нас вот тут есть ноль. Значит, сумма функции Эйлера от единицы до n. Да. Сумма функции Эйлера от единицы до n. Так, сумма по делителям будет равна самому n, но здесь больше. Да, сумма от единицы. Так, как плохо у меня индексы хромают. Давайте k. K уже был. И тут было. L. Все было, давайте. L, нормально. От единицы до. До k, да. Так подожди, да. То есть здесь нифига не n, потому что не по делителям, а по всем. Да, да. Угу. Так. Так, ну вроде что-то совершенно непонятное, но абсолютно. На самом деле это я, конечно, доказывать не буду, это достаточно трудный результат. Но это в точности функция x. На самом деле эти дроби равномерно распределены. То есть сколько мы отойдем, столько там дробей будет. То есть все, вся неравномерность за счет высоких да. Знаменателей. Ну, это на самом деле достаточно трудный результат. Но, тем не менее, как мы получили вот это утверждение с интегралом? Жесть. Ну, мы брали вот функцию распределения для вот этих последовательностей Штерна-Брако, считали какой-то интеграл. Давайте посмотрим тот же самый интеграл, только заменим функцию распределения вопроса от x на вот эту простейшую x. Тут мы видим. Здесь ноль будет. Здесь ноль. Ну, давайте. Да. Ну, давайте сразу напишем 0 равняется некоторой интегральной сумме. Так. Плюс rn, да? Плюс остаток. Сейчас. Это у нас получается... Давайте опять их надо будет как-то занумеровать. Вот эти элементы. То есть давайте по порядку. Пусть они будут элементы. Вот так. G, it, kt. Ну да. Тогда у нас тут будет g, it, kt. Да, минус. Минус. Тут будет минус равномерная сетка какая-то. Получается сумма по i от единицы до вот, это, до вот этого вот. Давайте это обычно обозначает вот так. Фи большая. Фи от k плюс 1. То есть сумма функции Эйлера это вот это фи большая. Фи от k плюс 1. Так, и тут минус... Единицы делить. Ой. На. 2 в коты, да? Нет? Нет. Нет, почему? Ну, на вот это вот. На fk. Да. Квадрат. Плюс некоторый остаток. Ну, это как бы из этой сетки вычленены эти самые, да, равномерные, по сути. Внимание. То, что этот остаток равен о большому от n в степени, давайте как бы это написать, в степени r, для r больше минус единицы. Это эквивалентно гипотезе Риммана. Я подозревал уже. То есть мало того, что оно следует, так еще оно и в обе стороны следует. То есть здесь хранится гипотеза Риммана, в этой функции Минковского, в ней. Ну, на самом деле, тут я так специально все запутал. На самом деле, функция Минковского, как раз в ней непонятно, что хранится. И вот этот, как бы, похожее утверждение для функции Минковского, оно непонятно, чему эквивалентно. То есть, тем не менее, тут вот вопрос открытый про вот этот остаток. Но непонятно, что из него будет следовать. А если мы чуть-чуть если мы возьмем, модифицируем, выкинем, да, все дроби... Да. То вот такое утверждение уже будет эквивалентно. Возьмем равномерную шкалу и возьмем приближение. То есть, но это доказано.
Да, да. И это доказано. Теперь мы берем для этого нулевого интеграла некие интегральные суммы, и остается что-то. А здесь мы просто взяли равномерную сетку, взяли вот эти вот отклонения этой от равномерной сетки, и как отклоняется от нуля сумма квадратов разности, да, между вот этими дробями просто и равномерной сеткой. Вот это у нас совсем равномерная сетка. Это, это вот в первом приближении она действительно равномерна. Тут уж у нас функция распределения x. То есть в первом приближении она хорошая. Но насколько хорошо вот эти дроби расположены? Вот это вот вопрос эквивалентен гипотезе Риммана. И как только это O большое хотя бы от одной n. Тут минус единица. Ну да, от одной n. А, да, да. Хотя бы от одной n. А тем более там, если мы... Сейчас, о большое от 1n, сейчас, если это, то есть мы будем доказывать, сейчас я чуть-чуть торможу, значит, нам надо доказать, о большое, это означает, может быть, и о малое, да, в это же время? Ну да, да. Это не превосходит 1n, да, не меньше минус единицы, мы уже утверждаем, что... Ну, как бы то, что осадок, например, от единицы, если он, ну, это очевидно, да? Да. Значит, соответственно, меньше при меньшем, да? Сейчас. Ну, при равно нулю, например, у нас утверждение пустое, утверждение, что он о от единицы. Ну, да, да. Значит, при меньше. То есть, если мы хотя бы при одном из них строго меньше минус единицы, то есть, все-таки одно n недостаточно для гипотезы Риммана. Да. 1 делить на n в степени 1,0,1, да, уже достаточно для гипотезы Риммана. Ага. Вот. Такой вот что. Вопрос. То есть равномерность этой сетки дробей по сравнению с исходной сетки, хотя бы с точностью до 1n, это, собственно, и есть гипотеза Риммана. Да. Охренеть! И что, Мышевитин надеется добить? Или он этим не занимается? Этим не занимается. Ну, тут, в принципе, понятно, где вообще гипотеза Риммана возникает. Ну, как минимум, потому что тут уже у нас возникает функция Эйлера, а из функции Эйлера к функции Мёбиуса, а из функции Мёбиуса уже, в принципе, к рядам. Ну, это близко, да. Это понятно, что близко. Когда мы начинаем суммировать функцию Эйлера для разных n, там простые числа, делимость там не сократилась. Ну, вот с функцией Минковского непонятно совершенно, чему вот это утверждение эквивалентно. И хотя... пока, собственно, и неизвестно, да, чему. Да. Ну, хотя, казалось бы, объекты очень похожи, вот это f. Так, ну да. Да, f и f с волной. Офигеть! Сколько открытых задач, блин. Народ, если кто уже поступил, да, как Мишка, через Олимпиаду, дерзайте уже науку. Чё там? Любой олимпиадник, да, он, в принципе, ну, правильное продолжение судьбы олимпиадника — это сюда. Ну, не обязательно прямо сюда, но в какую-то нормальную математику. Но вот здесь порог входа не так велик, как какой-нибудь алгебрической геометрии, ну, да, где надо долго-долго внедряться. Здесь надо хорошо прочувствовать цепные дроби, по сути. Вот, то есть у вас есть прекрасное, да, прекрасное продолжение олимпиадной, так сказать, движухи. Вот сюда просто. Да еще, может, гипотеза Риммана когда-нибудь. Но в комментариях лучше вот это вот не пытаться доказать. Гипотеза Риммана не надо доказывать, да. Это когда вырастите, да. Но в целом, да, в целом. Нет, скажем так, наверное так, комментарии принимаются только от победителей и призеров Всероссийских олимпиад. Да. Во, будет фашизм такой вот страшный. То есть, скажем так, нет, комментарии с уточняющими вопросами, конечно, принимаются от всех поголовно. А вот комментарии с утверждениями «я доказал то-то, то-то» принимаются только от победителей и призеров олимпиад по математике и информатике. Не по химии и биологии, нет. Да, ну а всех, тем не менее, вот приглашаю вместе со мной в этом всем разобраться, как-то в это вдуматься, это очень круто. Спасибо огромное, Никита! Спасибо. Откуль, привет!